О, точно, пошли. Мы хотели покупаться. Я не приду. Но нет. Кстати, то, где мы сегодня купались, был пляж с песком, а этот с галькой. Я думала, здесь намного круче будет, чем там, где мы сегодня были. Но нет. Оказалось, все наоборот. И вода здесь очень грязная. Она говорит, вода грязная. Боится кричать громко, чтобы никто не слышал. Ну, да. А то еще забьют. Нет, закидают камнями. Галькой закидают. Массаж. Страшно туда даже заходить. Ну, здесь, допустим, не воняет уже. Ну да. Вот здесь. И, кстати, здесь почему-то людей меньше, заметь. А, да, это, по-моему, это глина. Нет, глина, может. Видишь, вот тут капает вода и стекает, а глина. Да, капает вода. Что за вода, интересно, это? Может быть, это какие-то канализационные трубы? Вон, видишь, глина? Смотрите, какое здание. Кстати, мы проходили, там спуск был хороший, как говорят, а здесь есть второй спуск с другой стороны, он плохой, сейчас мы его протестим. Креветки вареные! Бизнес, бизнес! Лежачки даже есть. Ну да, кстати, здесь лежаки есть. Мне интересно, они платные или бесплатные? Наверное, бесплатные, да? Если бы были бесплатные, что на гальку? У нас лежаки входят в стоимость комнаты. Как тебе спуск этот? Ну, на этом спуске надо одним рывком только. Одним забегом. Да. Скалы. Красота. Просто прошлась по этому подъему и все. Спортсменка себя считает. Да? Скажи, почему бы и нет? Я уже похудела килограмм на 10, надо поужинать. Кстати, да, мы спешим на ужин. Смотрите, какое дерево я нашла. С какими цветами. Вернее, это даже не дерево, а куст. И вот. Какое дерево. Посмотрите, какое у нас ФСБ в Анапе. Какие здания, если будет видно, конечно. Ну, в общем, они красивые все. Аккуратные. Заборчик, камеры. Красивые деревца. И дальше у нас идет скорая помощь. И посмотрите, какой переход зданий сразу. Это мы еще вчера заметили. Да, кстати, шишек очень много. Смотрите, какой контраст просто, даже, я не знаю. Такой именно сарай. Где-то даже стекла разбиты. Вот, вот, вот. Если будет видно. Вот, видите? Сарай. Короче, да, мы набрели на центр Анапы, оказывается, и здесь концерт.